Всем привет! Вы на канале CyberLab, и как вы уже догадались, сегодня видео про то, как я собрал Arduino-робота, играющего музыку на винных бокалах. Устраивайтесь поудобнее, заварите чаек и приятного вам просмотра. Я перепробовал звучание всех бокалов, которые нашел у себя в доме, и как оказалось, современные бокалы звучат как-то очень слабо. А вот старые хрустальные фужеры звучат приятно и громко. Только жаль, что у меня их оказалось всего 7 штук. И это повлияло на продолжительность проигрывания музыкального фрагмента. Пришлось воспроизводить только небольшие кусочки мелодии. Сразу оговорюсь, я не музыкант и у меня нет музыкального слуха. Поэтому подгонка тональности бокалов к нотам для меня оказалась сложной задачей. Так что прошу меня простить за ошибки в звучании нот. Ударный молоточек сделал из автомобильного реле, который купил в ближайшем магазине. Удалил с него корпус и спилил лишние контакты. А на якорь припаял медную проволоку диаметром 1 мм. В качестве самого молотка-колотушки я использовал кусочек деревянного шканта. Нанизал его на кусок провода из меди и припаял к якорю реле. Для управления этой барабанной палочкой я использовал старый советский транзистор КТ-972, управление которым осуществляется с контроллера через резистор 270 Ом. Для гашения отрицательных импульсов самоиндукции параллельно катушке я припаял выпрямительный диод 1N4007. Соленоид колотушку разместил на пластиковой рейке, после чего его нужно сбалансировать, так как дисбаланс будет вызывать вибрацию. Для этого на противоположной стороне рейки я прикрутил металлическую гайку, предварительно подобрав ее по весу, после чего приклеиваем рейку к распечатанной на 3D принтере шестеренке. В проекте я использовал шаговый двигатель 17HS4401. Для максимальной скорости вращения я попробовал полношаговый режим сначала, но в этом режиме есть один недостаток: мотор очень громко работает и его жужжание сильно выделяется на фоне звука бокалов. Пришлось пожертвовать скоростью и использовать режим полушага, а это в свою очередь 400 шагов на один оборот вала. В таком режиме шаговый двигатель начал работать заметно тише, но почти в два раза медленнее. Хотя этого вполне хватает для проигрывания спокойной музыки. В проекте использовался драйвер шагового двигателя A4988. Хотя я слышал про тихий драйвер TMC2100, но, к сожалению, на момент сборки проекта у меня такого не нашлось и пришлось подстраиваться к пониженной скорости мотора. Подсветка сделана всего на одном светодиоде WS2812, который я отрезал от светодиодной ленты. Цвет светодиода изменяется рандомно в пределах 7 основных цветов, от белого до красного. Для управления им я использовал библиотеку NeoPixel. Для снижения боковой засветки на светодиод приклеил пластиковое колечко. Соединил все компоненты по нарисованной мной схеме. Установил переключатели на драйвере шагового двигателя в режим полудуплекса. Соленоид и мотор запитал от 15 вольт, потому что молоточек для этого электромагнита немного тяжеловат. И при питании от 12 вольт он иногда не до конца притягивает якорь. Еще для уменьшения звука якоря я приклеил на сердечник кусочек ткани. Остается только подключить к этой схеме питание и проверить работу устройства. Ну что, давайте попробуем. Как видим, робот четко отстукивает заданную ему программу. Теперь можно переходить к написанию мелодий. Мелодию можно написать самому или найти готовую на сайте Musicbox Maniac. Если вы будете использовать готовую мелодию, то для начала у нее нужно убрать многоголосость. Это означает, что в одном музыкальном такте не должно быть более одной ноты. Послушаем многоголосую мелодию сначала.
Теперь ее можно отредактировать. Значит, вот один такт, и здесь два голоса. Соответственно, лишние голоса убираем. Здесь три. Все голоса убираем лишние. Так. Слушаем. Дальше пошли. Дальше все то же самое. Для написания своей мелодии заходим в режим соответствующий. И здесь можете писать. Алгоритм работы кода следующий. В массиве хранятся ноты, пронумерованные в порядке возрастания, от самой низкой, равной нулю, и до самой высокой, равной 6. Каждой ноте соответствует свой бокал. Пустой такт нумеруется значением 255. Тактирование мелодий происходит по таймеру, и темп музыки можно задавать программно. Для этого нужно указать требуемое количество тактов за 1 секунду. Но имейте в виду, всему есть предел. И настанет момент, когда мотор не будет успевать за темпом музыки и начнет пропускать ноты. Особенно при переходе с самой высокой тональности на самую низкую или наоборот. С каждым тактом из массива выбирается текущая и следующая нота, которая преобразуется в соответствующее количество шагов и отправляется на выполнение в шаговый двигатель. Алгоритм считывает ноты с опережением на один шаг, что дает возможность заранее переместить молоточек к следующему бокалу. Все настройки находятся в шапке скетча и прописаны в директивах Define. К каждой настройке есть комментарий, поэтому не буду тратить ваше время на их озвучивание. Ну что ж, осталось только прошить контроллер, расставить бокалы и нажать кнопочку «Включить». Спасибо, что досмотрели до конца. Ссылка на статью будет под видео. На этом я вынужден с вами попрощаться. Всем пока!